чем планеты Солнечной системы. Привет, друзья! Меня зовут Трактор Маша. И сегодня мы с моей подружкой Аришкой отправимся в увлекательное космическое путешествие, где будем изучать планеты Солнечной системы. Вау, как интересно! Поехали уже! Аришка, держись покрепче, мы уже почти прилетели. Тебе новое сообщение, человек. Привет, земляне. Солнце – одна из звезд нашей галактики, Млечный Путь, и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы, такие как планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Свое название планета получила в честь древнеримского бога торговли. Меркурий – самая маленькая планета в Солнечной системе. Вторая планета от Солнца – Венера. Свое название планета получила в честь древнеримской богини любви и красоты. Земля – третья планета от Солнца. Земля – единственная известная человеку планета, где в настоящее время есть жизнь. Земля – название которой обозначает дословно то, что находится внизу. Земля – это единственное тело в земной группе, название которого не связано с древнеримскими божествами. Марс – четвертая планета от Солнца. Свое название планета получила в честь древнеримского бога войны. Также Марс называют красной планетой из-за красного оттенка поверхности. Пятая планета от Солнца – Юпитер. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Свое название планета получила в честь древнеримского верховного бога. Сатурн – шестая планета от Солнца. Свое название Сатурн получил в честь римского бога земледелия. Сатурн известен благодаря видимым кольцам. Уран – седьмая по удаленности от Солнца планета. Свое название планета получила в честь греческого бога неба – Урана. Нептун – восьмая и самая дальняя от Солнца планета. Планета Нептун названа в честь римского бога морей, благодаря своей синей поверхности. Друзья, если вам понравилось наше видео, то подписывайтесь на наш канал. А если вы узнали что-то нового, ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых встреч! Пока!